это место имеет большое значение для истории протестантизма в целом, а также для нас, адвентистов седьмого дня. Посетители Вальденских долин в Италии поражены их красивыми пейзажами. Но эти прекрасные долины также являются свидетельством веры и мужества. Это место также сыграло важную роль в истории адвентистов седьмого дня. Это также значительное место для нас, потому что первое крещение за пределами Соединенных Штатов Америки было совершено здесь, в Торре-Пелличе. Вальденцы считали своим долгом распространять Евангелие, не держать его только для себя. Они хотели, чтобы мир знал Божью весть, несмотря на все те риски, которые существовали для них, если они продолжат нести эту весть. Сегодня, как у христиан, у нас есть еще весть надежды для мира и поручение нести Евангелие миру, чтобы Иисус пришел скорее. Габриэли является пионером глобальной миссии здесь, в Вальденской долине. Пионеры глобальной миссии – это рядовые члены церкви, посланные, чтобы организовать новые группы верующих. Но задача Габриэли немного отличается. Он должен делиться адвентистской верой с людьми в этих исторических местах. Мы пытаемся возродить веру вальденцев. Они были студентами Библии, студентами библейского пророчества. И мы пытаемся побудить местных жителей вернуться к своему наследию, которое было оставлено им от их отцов. Сейчас у нас есть небольшая церковь, которую посещает 30 человек. Дело в том, что здесь, в долинах, нет адвентистов. В основном все члены церкви живут не в долинах, за исключением нас троих, живущих в церковных зданиях. Члены церкви часто собираются, несмотря на то, что вынуждены ехать далеко. Они приходят даже среди недели. Габриэля посвящает свое время, чтобы руководить и заботиться об этом маленьком собрании. Здесь у нас, в долинах, живут представители многих конфессий. Здесь много протестантов. Таким образом, вы можете свободно говорить на духовные темы. Темы о Боге здесь не редкость. Так как о религии здесь свободно и часто говорят, то нужно приложить усилия, чтобы люди остановились и внимательно послушали. Габриэль здесь только год, но уже столкнулся с многими трудностями, делясь своей адвентистской верой в этой части мира. Пожалуйста, молитесь за людей в этом регионе мира. Молитесь, чтобы пионеры, такие как Габриэли, могли быть светом для этих долин. Данный материал предоставлен при поддержке телеканала «Надея».